готовимся к бою. Готовность 10 минут. Все приготовиться к бою. Готовность 10 минут. Всем приготовиться. Все, немцам конец. Брат надел этербесы. Брат. Что? Осторожней. Держись рядом со мной. Семен, вернуться бы домой. Живыми. Вернемся, брат. За мной! Будь рядом. Выполнять! Есть!
Ника. Спасибо, намного лучше. А ты на чем сейчас играл? Что это? Это? Хомус. Хомус? Угу. А у нас есть похожий инструмент, кабыс. Кабыс? А ты откуда? Из Казахстана. А, интересно, у вас вода У? Су. А луна Ый? Ай. Нежно звучит, аж сердце трогает. На душе так тепло, хорошо, как будто домой к родным арыкам вернулась. Это хомус моего брата Сергея. Он играл хорошо. А я не умею. Таланта нет. У тебя хорошо получится. Дарю. Спасибо. Только потом я тебе что-то свое дорогое подарю. На память. Хорошо? Хорошо.
Ich hoffe, dass alles gut ist, Vater. Я надеюсь, все хорошо. Ich habe eine Bitte an dich. Bitte steh nicht auf, Vater. Я прошу тебя, папа, не вставай. Vater, der Doktor besteht папа, auf der Person, врач настаивает на операции, и ты должен согласиться. Es gibt keine andere Möglichkeit. Другого варианта нет. Überleg es dir bitte. Обдумай это. Ja? Guten Tag. Здравствуйте. Guten Morgen. Доброе утро. Я звоню из России. Ja, ich weiß. Да. Ist das Herr Johann Вы господин Йохан Райс? Nein, ich bin sein Sohn Нет, Richard. Я его сын Рихард. Bitte sagen Sie es ihm. Скажите ему, пожалуйста, что я нашла охотника Ардахова, и мы ждем его. Es tut mir leid, aber er ist krank. Извините, но он болен. Sagen Sie bitte es Тогда ihm. Передайте ему, пожалуйста. Gut. Ich sage ihm Bescheid. Хорошо. Natürlich. Спасибо, я передам. Und ihm steht eine komplizierte Operation. Ему предстоит операция. Alles klar. Oh, es tut mir leid. О, я сожалею. Пусть выздоравливает. Я перезвоню позже. Danke. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Большое спасибо. Старший сержант Пасюк, группе поставлена задача произвести поиски языка вблизи деревни Быково. Добыть развединформацию. Выход в час ночи с восточной стороны окопа, возле пулеметной точки. Часовые будут предупреждены. Выходить на связь каждые 10 часов. Срок операции – 3 суток. Вопросы? Никак нет. Сопровождать выход буду лично. Когда мы будем есть? Скоро. А, вы? Все в порядке. Пусть едут. Остальные за мной. Выполняют требования Верховного Главнокомандующего товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. Ура! Также хочется отметить воинов-истребителей, таких как Степанов, Ладынин, Климов, Зуйков. В общем счете уничтожили 156 гитлеровских захватчиков. Младший сержант Ардахов в одном бою лично уничтожил 6 солдат и 1 огневую точку. А также хочется отметить одного из зачинателей снайперского движения, сибиряка, лейтенанта Догорова, который успешно обучает молодых стрелков. Запомните, враг должен бояться, будьте беспощадны. Наше дело правое, победа будет за нами. Ура!
улыбаемся. Снимаю. На слете я встретил много своих земляков. Было очень хорошо. Вспоминали родину. Вечером, возвращаясь в часть, командиры попали в засаду. Говорят, советские солдаты – мужественные люди. Сейчас мы это проверим. Кто первый? Может, ты? Ко мне. Иди. Давай, иди. Хорош. Ты свободен. Мы дарим тебе жизнь. Беги. Беги. Ир, ты письмо пишешь? Да. А кому, если не секрет? Семёну. Ему? Да. Ну, пиши. Спасибо.
Мастерам меткого огня слава. Грозный мститель Семен Ардахов. Ир, он же у тебя герой. Счастливый ты, Ир. Ничего нет. Поосторожней. Сколько тяжелых? Двое. Срочно в операционную. А остальных на перевязку в пятую. Дим, возьми письмо, передай, пожалуйста. Хорошо, будет сделано. Идите-ка сюда. Вольно. Здорово. 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 Присядьте. Там-дарам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Там-дарам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Во, держи. Ляпеська. Прям как дома. Спасибо, Степа. Махтал. Вот, как ты сказал, сделал. Круглые, как солнце. О, герои вернулись. Здорово, ребята. Здорово. Кушайте. Наша якутская. Мне моя Манька каждый день письма шлет. Люблю, целую, жду. Мужика баба греет. Жена? Невеста? Невеста. Так в прошлый раз была жена. В прошлый раз я про Катюху рассказывал. А в этот раз Манька. Ты слышишь, что тебе говорят? Это невеста моя, Манька. Молодая. Туда. О! Туда. О! Иди сюда. Хорошая. Баба, хорошая. А Семену, между прочим, тоже баба пишет. Ну-ка, Семен. О! Оп! Танцуй танго, получай письмо. Ну давай, 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 давай. Ну давай, 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 Семен. Ну давай, ну. Не умею. Ну давай, мы тоже не умеем. Пошли вперед. Иди давай. И та-та-р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 а-та-
Колосова. Товарищ капитан, мы не справляемся. Слишком большой поток раненых к нам поступает. Дежурный по госпиталю оперирует. А где водитель Петров? Thank you.
Здорово. 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 Я тебе привезла. Вот, держи. Храни, пусть он тебя бережет. Спасибо. Ты что-нибудь слышал? Нет. Дорога свободна.
Офицера брать живьем! Генри, сигарету. У меня больше нет. Разрешите? Сержант Ардаха по вашим приказаниям прибыл. Вольно. Поступил приказ из штаба дивизии. Сержант Ардахов, вас направить в 62-ю стрелковую дивизию. Там работает очень сильный снайпер. Никому покоя не дает. А как дела сегодня? Одного уничтожил товарищ командир полка. Артиллеристы доложили нам двоих. Один фриц сильно кричал. Ну и пусть кричит. Раз он кричит, значит, еще живой. Я таких в счет не беру. А со сводкой как быть? Сводку менять не будем. Как думаешь, Ардахов, может быть, авансом запишем вам? Это ваше дело, товарищ командир полка. Мне и личного не надо.
Иди, Ардахов, подкрепись немного, а то так совсем загнешься ведь. Я попозже. Вот ходишь-ходишь ты, Ардахов, за этим снайпером, а что толку-то? Как бил он нас, так и бьет. Как быть? Ардахов есть такой? К особисту, майору Нефедову. Со дня на день ждем приказа о наступлении. А на нашем участке голову из траншеи нельзя высунуть. Этот немец, твою мать, скоро весь личный состав перебьет. Всех нас. Ты этого ждешь? Короче, даю тебе 3 дня. И чтобы я об этом снайпере больше не слышал. Здорово. Ты? Какими судьбами? Да. В командировке. Начальство. Сопровождаю. Ну как там, Пасюк? Нормально, Пасюк. Серега, командир. Тут... Ребята тебе гостинцев прислали. Я собрал хлеб, тушеночка, ага, табачок, все короче. А у тебя случайно жира нету? Жир? Нету жира. Никак не могу найти жир. Ну-ка. Ну попробуй. Варенье сам варил. А? 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 Как? Ну? На наш коптовас похож. Ну, хватит, хватит, все. Дай сюда. Сейчас, подожди, сейчас. Нашел. Что? Жир. Жир? Меня зовут. Ты не сказал, ладно, как Серега, давай, командир. Огня. Хатан Тимире, помоги уберечься от пули врага. Помоги одолеть его. Помоги добраться живым до родного Алласа.
Эй! Остановитесь! Тук-тук! Остановитесь! Тук-тук! Принесите воды. Так точно. По местам. Солдат Райс, ты должен принести воды. Да!
правда! Я приказываю. Быстрее! Догоняй!